Всем добрейшего времени суток, с вами Гараныч, 36-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. В этом видео мы рассмотрим две полезняшки. Одна из них тусклый уголь, тот, который необходим кузнецу Макдафу, Макхряку, который находится в забытой крепости. Без этого угля он вам ничего не предложит, ничего не продаст, ничего не выкует. Итак, идем в Железную Цитадель. Второй бонфайр. После победы над демоном из плавильни. И здесь, в этом зале, где мы сражались с демоном, нас поджидает интересный сюрприз. Но я этот сюрприз послал куда подальше, я не стал сражаться с этим другом. Сейчас объясню почему. Дело в том, что у меня до сих пор не слишком хорошо прокачанное оружие. Раз. Броню я вообще не качал. А здесь это критично. Именно броня, не только щит. Щит защищает, конечно, от большинства уронов, но я еще пока не определился, какую броню качать. Я вот все-таки хочу найти сет, который у меня был в первой игре. По некоторым сведениям, этот сет можно получить, дропая с каких-то мобов, или же... Сейчас вот смотрите. Как только мы заходим в этот зал... Это преследователь, народ. Значит, как его избежать? Просто выйти из этого зала, и он пропадет. Очень жирный, он в принципе не босс, но он реально жирный. То есть у него ХП просто зашкаливает. Так, я просто ускорил видео. Вся проблема получения тусклого угля состоит, во-первых, в том, что здесь очень много стрелков от этих холонских рыцарей. А вторая проблема, до него нужно допрыгнуть хитрым способом. Ну, в принципе, можно. Так что, если вы выходите из этого зала, преследователь забывает про вас и убирается в вонючую даль. Как-то так. И еще вот этот сет можно, наверное, все-таки получить за третий уровень в ковенанте темных пилигримов. Но, чтобы вступить в этот ковенант и получить третий левел... Нужно очень сильно постараться. Вот этот тоже очень опасный противник. Этот стрелок, он вас просто-напросто собьет напрочь во время прыжка. Потому что он вас видит, когда вы попытаетесь прыгнуть. Давайте вот со всеми там разберемся. Видео ускорил, потому что народ, кому интересно смотреть, как тут снайперская дуэль на луках идет. Чушь полная. Уголь лежит. Сейчас давайте это вот достреляем, гаденыша. Уголь лежит здесь. Вот как-то так наискосок прыгнуть. И мы его забираем. Тусклый уголь. И лучше всего прыгайте здесь, когда вы в состоянии полого находитесь. Потому что тут можно умереть не единожды. Так, зачем я щит хавала отдел, не знаю. Так, во второй части видео мы с вами еще найдем обалденный щит. Он, конечно, тяжелый, но и физический урон он держит, по-моему, на 80 или на 90%, но максимальная защита у него по статам от всякой гадости. Итак, сюда ключ Фароса не вставляем, нафиг не надо. Это или ловушка, или просто вода целебная будет. Так что... бесполезно тратить. Так, давайте сдохнем все-таки. До этой блестяшки я так и не добрался.
Наверное, не с моста надо прыгать, а именно вот с парапета. Опа! Ладно, забыли. Итак, мы с вами получили тусклый уголь. Теперь нужно направиться в забытую крепость к кузнецу и отдать его. Так. Мастерская Макдафа. Значит, помимо того, что кузнец будет торговать некоторым шматьем и лутом, он нам сможет усиливать оружие за счет тех камней, которые мы подбирали. Значит, магия, яд, камень простоты, в общем, много чего. Чудесатые мечи может сделать. Те, которые убивают скелетов, даже с учетом того, что рядом находится некромант. Если вы убьете таким мечом этого скелета, то некромант не сможет его оживить. Итак, ключ от подземелья. Теперь с этой стороны открывается эта дверь. Как только мы получили этот уголь, и идем к кузнецу. All I want is a little flame. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. Ну, естественно, мы ему отдадим его. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Макдаф, твердая рука. Так вот, видите, что у него есть. Ремонт нам не требуется. Усиление снаряжения. И вот давайте поболтаем с ним. Он разговаривает с огнем. From the start of time, flame allowed man to flourish. And even now he devises new fiery arts. But his reason makes him doubt flame. And so we waver and falter. The power of flame, power of the gods. In the end, it is all beyond our reach. And so flame allures us, and we attempt to harness its power. Flame, dear flame. Flame. Так, dear понятно. Разговорчивый ты наш. Так, давайте посмотрим, что можно у него приобрести. Итак, здесь можно приобрести утикатану. Катана неизвестного происхождения. При создании использовалась необычная, но безупречная техника. Прочность у нее 40, но... Так, два крылатых копья, большой двуручный топор, бердыш, или бердыш, длинный лук, ну, нафиг нам не нужен, легкий арбалет, у нас их завались, и трибульный щит короля. 100% от физического урона и защита от молнии на 50. Все остальное и 65 от огня. Неплох. Ну, на каких-то этапах он неплох. Но у нас уже, как вы сами видели, есть один щит, который, по крайней мере, по защите от огня превосходит его. И вот во второй части видео мы еще лучше щит найдем. Правда, он тяжелее всего, что у нас есть. Но таскать мы его сможем. Дальше что? Значит, обычные стрелы, железные стрелы. Большая железная стрела — это
те стрелы, которые нас обстреливали в Железной Цитадели. И, значит, починка и большие осколки титанита. То есть, бесконечный запас. И да, там у нас... Вот давайте катану купим. Дочка кузнеца. Вернее, она не дочка даже. Вот. У нее тоже осколки титанита сейчас без ограничений можно приобрести. Ну, катана, как обычное оружие, оно сначала усиливается осколками титанита. Давайте попробуем. А дальше идет большой осколок титанита, но потом как-нибудь найдем. Значит, на плюс 3. Ну, ее нужно на плюс 10 прокачать, по большому счету. А, ну вот, большой осколок титанита давайте купим. Три штуки. И усиливаем. Что-то где-то обломки титанита надо находить, чтобы дальше прокачивать оружие. Где-то надо фармить. Еще найдем где-нибудь. Итак, на плюс... На плюс 4 и большой осколок титанита 3 штуки еще нужно, но это не вопрос. Тупо можно с душ купить у этого же кузнеца, у Макдафа. И вот смотрите, чем он может обмазать навечно. Ну как навечно, не навечно, все-таки наше оружие. Ну, грубо, это для дубинок, например, это вообще обалденная вещь. Вот чары и простое. В общем, все, что у нас есть, все камни, которые позволяют усилить, вот здесь все. Ну, как по мне, так я никогда не усиливал это оружие. Только, ну, в первой части, имею в виду, только исключительно для того, чтобы получить достижение, ачивку. Ну, то есть, брал какой-то там обычный меч или еще что-то и тупо его прокачивал до определенного левела. После этого делал из него, ну, например, какой-нибудь там огненный меч. И его до плюс 5 мерцающим титанитом доводил. Но это, по-моему, ачивка была. Если я ничего не путаю. Не так, учи катана. 165 у нее физический урон. Но не забываем, что она еще вызывает кровотечение. Ну, как написано в объяснительной записке. Хотя по статам этого незаметно. Ну, вот. Если она в правой руке, сильный удар такой странный идет. Видите? Разрезающий по вертикали. И для того, чтобы наносить этот удар, нужно быть очень близко к противнику. А слабый удар из двух рук, вот это сильный удар, а слабый удар с двух рук, ну, на обычной дистанции. Так, иди сюда, толстый. Иди сюда. О, привет. Ну и сами понимаете, тут нужно, опять же, очень много в выносливость вкачивать для того, чтобы наносить хотя бы 4 удара. Ну, обычных 4 удара. Ну, пока мы с катаной бегать не будем, исключительно потому, что она не слишком хорошо прокачана. По статам меч Хейда ее опережает. Поэтому смысла... Вот сейчас сами увидите. Я просто так попробую пару мобов завалить с ней. Так. Так, зажигательная стрела. Так, поприкалываться чисто. Вот, сильный удар. Колющий.
Сволочь, он затаился просто, он ждал. Ну, еще один минус у катаны. В узких коридорах она цепляется постоянно за... Ай-яй-яй. За стены, поэтому... С учетом того, что у нее прочность 40, она очень быстро ломается. Так что, если будете бегать с катанами, не забудьте себе в рюкзак еще положить еще какую-нибудь меч. Вот. Так что давайте обратно на меч Хейда. Ну и она зависит от ловкости, от силы. Или только от ловкости. То есть, чем ловчей персонаж, тем больший урон наносится. Ну да, видите, чем больше ловкость, тем сильнее урон идет, потому что стат по ловкости бонус A, то есть самый высокий. Ну вот, пожалуй, с этим кузнецом все. Ну, парень, смотрите, с каким мечом бегает. Потому что в первой части такой же был. Так. Так, эта часть видео закончена, поехали дальше. А вот мы находимся в железной цитадели от первого бонфайра, пробегаем сюда. Помните, здесь горел огонь и лежала какая-то блестяшка. Эта блестяшка, это, вот, да, именно здесь, это ключ. Если не ошибаюсь, железный ключ. И он открывает... ту самую дверь, которая находится перед первым боссом, перед последним гигантом. Если стоять лицом к локации, где находится этот первый гигант, она будет слева. Вот как раз этот ключ, он открывает эту самую дверь. Так, нет, давайте удалим, потому что огонь горит. Если огонь горит, там никто это сообщение не прочитает ни разу. Ну или сдохнет. Вот, и открыв ту самую дверку, которая открывает этот ключ, тавтология сплошная, мы попадем как раз в то место, где обитают саламандры, которые плюются огнем. Помните, в самом начале игры? Мы будем мстить, и мстя наша будет страшна. Итак, вот смотрите, я взял эту вот косу. Делается из... души адского наездника. Она не прокачана. Фишка в том, что если его прокачать, это вообще обалденная вещь и для PvP, и для всего остального. Но особенность этой косы заключается в том, что у нее есть специальный удар. Это даже не удар, а сильный удар сверху. Вы ударяете, и плюс еще... выводите из равновесия противника, а если он со щитом, так вообще здорово. То есть эта коса, она отводит щит в сторону, противник на какое-то время теряет баланс, и можно его уже добивать ударом, таким вот, например. Ну, как видите, она не прокачана, так что, может, потом прокачаю, поприкалываюсь, побегу. Так, на это парный клинок. Здесь бонус от силы идет. Соответственно, если у вас сила где-то около 40, можете расшвыривать всех, держа парный клинок в двух руках. Ну, то есть вот так вот. Вот смотрите, вот именно вот такие удары просто выносят всех. Так, меня призывают в другой мир. Ну, как бы сейчас я там ускорю опять видео. Ну, лошар какой-то призвал, он сдохнет, как последний пацак. Так что... Просто помимо врагов есть еще игровое окружение. Игровое окружение иногда доставляет по заднице так, что мама не горюй. Соответственно, парень этого не учел. Итак, вот мы призвались. Ля-ля-ля-бла-бла-бла. Так, я им поклонился, они мне нет. Ну и хрен с вами. Тогда я сзади буду бегать и не мешать вам. Вот второй его помощник, он бегает, как вы видите, с кнутом. Он, видать, его очень хорошо прокачал, потому что реально он
спокойно может вынести кого угодно. Наверное. Ну вот смотрите, ну, пробежали сюда, открыли дверку, поднимаемся, и сейчас парень просто сгорит на работе. Раз. Сгорел. Лошара. Ой, блин, ужас нафиг. Так, ладно, мы вернулись в Маджулу. И давайте все-таки посмотрим, что это за ключ такой. Да, железный ключ открывает железную дверь железной цитадели. Народ, не верьте, не в железной цитадели. Это специально сделано. Ну, или может перевели неправильно. Так, идем на локацию. Главная башня в забытом замке. Ну, помните, когда там торговка еще сидела? Ну, пока не переместилась в Маджул. Большая деревянная дубина. Вот это оружие тоже офигенное. Так, ну, лес павших гигантов. Так, идем сюда. Ну, а что бы не пофармить-то? Тем более, раз, два, и общался. Рец, и все. Правда, вот это вот, наручи полого солдата, нафига я взял? Ну, я выкидывать, конечно, не буду, но нам еще гавлана нужно найти, потому что этот говнюк, прошу прощения за свой итальянско-французский, он тупо смотался с отравленной локацией. Никак не могу запомнить, как она называется. Ну, это не важно. Итак, значит, спускаемся по лесенке. Идем в сторону локации, где был последний гигант. Ну, я здесь оставлю знак призыва, так, на всякий пожарный. Так, подзаработаем чуть-чуть, наверное. Ну, не наверное, а точно. Как обычно, стоим на лифт. И вот сейчас мы попадем на эту самую локацию. Там всего 1, 2, 3, 4, 4 саламандры. Вот она, эта самая дверь. Ее охраняет полый солдат короля. Ну, блин, что-то я расстарался. Два удара, это слишком для него. Итак, используем железный ключ, открываем дверь. По этой поверхности ходить можно. Она не огненная, то есть она только выглядит так. Значит, вот мы видим вдалеке одну саламандру. А вот вторая пришла. Зашибись. Значит, нафиг с ней разбираться. Значит, делаем как? Поднимаемся наверх. Одну из саламандр можно убить сверху. Идем на этот мост. Сейчас разберемся. Да что ж такое-то? Давай, убивай его. Раз. Так, понятно. Никого нет. Значит, то есть в забытом замке, видимо, проявилась каким-то образом из какого-то фрактального измерения железная цитадель. Может быть, поэтому они и назвали этот ключ ключом от двери в железной цитадели. Как быстрее с ней разбираться? Берем 4 отравленных стрелы, ну, а после достреливаем ее напрочь. Ну, как бы меньше мороки будет. Она очень жирная, как вы сами видите. То есть у нее жизни очень много. Резь, готово. За нее всего лишь дают 900 душ. Несправедливо. Так. Значит, по идее, можно было бы... Ну да, вот я взял щит хранителя могил. У него защита от огня очень хорошая. И давайте выходим сюда. Ну вот видите, одну мы убили. Но мы ее убили не на этой, как бы не вот здесь, а с другой стороны лифта. Так, давайте. Бах. Значит, та, которая издалека, она нереально крута. Она постоянно стреляет огнем. Вот эта ящерица, она не такая, это саламандра. То есть она, видите, пытается к вам добраться. Соответственно, что делаем? Ну, чем угодно там. Забрасываем ее, закидываем заклинаниями, колдунством, чародейством и всякой чушью. А, вот. Как-то так.
Вот осторожно. Здесь у них лайфхак работает. То есть огонь проходит сквозь стены. Вы сами видите, обратите внимание на стамину, она падает. То есть щит защищает, но если бы был бы без щита, меня бы тут подпалили бы. Если в ближнем бою, у этих саламандр, у них интересный удар, выводящий вас из равновесия, отбирающий где-то половину жизни, она подпрыгивает и бьется о пол башкой. Ну, сейчас вы это все увидите. Так, вторая вон там саламандра. Очень осторожно с ней. Такая забавная. Ее... А, ну вот она уже к нам идет. У нее дистанционный удар очень сильный. И да, если вы... Вот видите, она пыталась прыгнуть. Она еще огнем ударяет в то время, когда атакует в ближнем бою. Для колдунства использую посох грешника. Не знаю, где его найти. Это было по предзаказу. То есть одна из фишек, которую, кстати, Гавлану ее продать нельзя. Вот то, что вот он, видите. Она якобы ныряет в пол. Блин, сейчас стрелять начнет, сволочь. То, что по предзаказу, Гавлану продать нельзя. Ну, логично. Почему я этот посох использую? Ну, дело в том, что у него бонус не только от, от интеллекта, но и от веры. То есть вера та, которая нужна для... Ух ты, блин. Осторожно. Вот. Нужна для того, чтобы пользоваться чародейством. То есть волшебством, которое у клириков. На, сволочь. На. Так. Значит, три саламандры. Осталась еще одна. Ну, я здесь как бы опасался, что вдруг мне пятки подпалят. Абсолютно нет. Значит, с них выпадает, как вы видите, треснувшее красное око. Здесь, по-моему, тоже треснувшее красное око. Это локация для PvP стопудняк. То есть, очень удобная. Я так думаю, что поэтому здесь красное око. И вот, смотрим. Большой щит бунтаря. Тяжелый, но ну, физика у него... А, вот, слава мести. Ну, да. Мы сейчас убили ту саламандру, которая нам доставляла в самом начале. По попе, блин. По всем остальным частям тела. А, так, это внешний двор замка, как вы помните. А, вот сейчас давайте я его одену. Вернее, дай посмотреть. Здесь смотреть эти щиты смысла никакого нет. Их надо просто по параметрам сравнивать. Так. Значит, вот смотрите. У него 70 физика, но 90 почти защита от кровотечений, от огня, от молний, от проклятия, от отравления. Почти все 90. Ну, что-то там чуть-чуть меньше, ну, неважно. Так, прибываем к парню, который тоже на эту локацию решил зайти. Блин, я сразу голос начинаю ускорять, потому что есть ускоренное видео. Так, спускаемся на лифте. Так, у него эта дверь тоже открыта. Соответственно, дайте я сожру траву, которая количество заклинаний увеличит. Он у нас клирик. Бесшабашный такой, который нас призвал. Идиот. То есть он пользуется вот этой веткой какого-то там дерева. И он не слишком хорошо прокачанный клирик, как вы сами можете видеть. Обычно вот этими стрелами, стрела души или большая стрела души. Ну, вы видели эту спецатаку. Клирики, которых я видел, они выбивают очень много, примерно по 400, по 500 за один раз с больших толстых мобов. Ой, ой, и все, он погиб. Ну, поспешишь, детей насмешишь. Так, мы возвращаемся обратно в наш мир, на ту же самую локацию.
Так, давайте еще, все-таки еще раз этот щит рассмотрим. Это не здесь, а вот здесь. Вот. Щит бунтаря Рейма. Я не стал читать описание, но смысла в этом никакого нет. Так, он тяжелый, да, реально тяжелый. Но мы можем спокойно там что-нибудь убрать. Ну, вот здесь перекат очень неплохой. Этот щит бунтаря похож на щит римских легионеров. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, место стрелка я не стал писать. Кстати, вот на такой поверхности. Бах, блин. Я с дуру повернулся спиной. На этой огненной поверхности это сообщение можно только на ощупь найти. Ну вот здесь место стрелка. Саламандра вас здесь не достанет, потому что это слепая у нее зона. Ладно, давайте все-таки лук возьмем. Как-то лук надо чуть-чуть подкачать, но для этого нужна чешуя дракона. Ну вот видели щит, он как щит римского легионера. Если бы еще сет был для римского легионера. По отработанной же схеме расстреливаем 4 раза отравленной стрелой, а потом обычными стрелами добиваем. Да что ж ты... Надо было второй меч убрать. Omnium meum ecum porta. Это по латыни. Все свое ношу с собой. Дурная привычка, потому что этот меч можно было убрать напрочь и сразу, значит, переключиться. Так, у нее отравление прошло, да? Ладно, давайте так ее добьем обычными деревянными стрелами. Так, все. Убираем лук. И кроме этой саламандры никого здесь нет. И опасайтесь дыр в полу. Какое место стрелка? От в кого собрался стрелять здесь, прямо около саламандры? Вот видите, это уже лифт с другой стороны. Получилось. Но не буду я оценивать. Это было не так уж и сложно. Вот, видите. И тут сразу цвет поменялся. Я испугался, думал, сейчас какой-нибудь босс придет. Нет, это просто Намко Бандай. Это, твою мать, оптимизация такая. То есть сразу меняется освещение, например. И, ну вот, давайте посмотрим. Большая душа гордого рыцаря. Видите вот эти вот отверстия? Я так думаю, что туда лучше не падать. Их очень сложно заметить. Так, камень огненного дерева. Это усиление обычного оружия огнем. И кольцо с ястребом. Это первый Dark Souls, кто играл, знает. Это усиливает, вернее, увеличивает дальность полета стрел. Самое милое было фармить в Армор Лонда большие куски титанита или осколки титанита, я же сейчас не могу сказать, с рыцарей, которые там стояли. Надевалось одно кольцо. Но там в первом Dark Souls можно было только два носить. Одно кольцо невидимости, а второе с ястребом. То есть спокойно можно было расстреливать этих золотых рыцарей. Они вас не видят нифига, ни разу. И даже, ну, на определенном расстоянии. А вы спокойно их расстреливаете прокачанным луком. Так, сундучок. Оп. В сундучке лежит веселая вещь. Кольцо впереди. Это кольцо защиты от огня плюс один. Ну, боюсь, что оно от огня мало как защитит. Да, кварцевое кольцо огня. Ну, это надо будет проверить в железной цитадели. Вот что такое смотри внимательно. Оценка 128. Что внимательно смотреть? Я здесь ничего не ношу. Да ну нафиг внимательно. Ну, может, там что-то... Не знаю. Пофиг. Смотри внимательно. Призрачных стен здесь вроде бы и нет. А над нами как раз тот самый мост. Вот одну из саламандр мы убили где-то здесь. Или нет? Хрен знает. Ну, не суть. Главное не свалиться в эту дырку. Хотя, может быть, и надо было бы. Может помочь дальний бой здесь. Ну, не знаю. Как-то это спорный момент.
И надоели сообщения, типа, можно пойти направо, и тогда лошадь. Что за лошадь? Какая лошадь? Я что-то, видимо, я что-то пропустил. Лошадь. Пони, блин. Вот. Ну, здесь я больше ничего не нашел. Ну, если что найду, я еще что-нибудь запишу. Ну, так, вроде бы... Вроде бы и все. То есть, практически все с разрушенным замком. За исключением, вот опять видите, оптимизация. Свет красный пропал. Сейчас посмотрим это кольцо кварцевое, плюс один. Так, ну почти все, за исключением той двери, которая открывается только если у вас будет кольцо короля. Ну, до кольца короля нам еще как до ядерной войны. Это кольцо короля, короля Вендрика. Оно будет находиться очень далеко. Ну, от этого момента. Ладно, давайте что-нибудь такое интересное навесим себе, побольше душ нафармить. Вот, ну это была 36-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. Мы с вами нашли тусклый уголь, нашли железный ключ, открывающий потаенную дверь. Ну, всем спасибо за просмотры, всем счастливо, пока.